Ну что, ребятушки, ну что, братья наши РТБшные, едем мы по вот этой сраной старой бетонной дороге. Вот это слева железка, которую, сука, мы продергивали от травы. Помните, да? И вон справа вдалеке деревья и наши казармы. Прикиньте, мы сейчас на светофоре. Поворачиваем налево на шестую площадку. Едут два КАМАЗа военных, и за ними едет автобус. Автобус, за рулем которого едет прапорщик, или хер его знает, как его там, кто он там сейчас, в каком звании, Абрамов. Мы с Олегом в один голос: Абрамов! Такие, ё-моё. В общем, они поехали в Светлый. Я так понимаю, что рабочий день закончился. И мы как раз сейчас подъезжаем. Вот она, наша часть. Вот она, наша казарма. Вот они, эти поля. Вот они, эти места. Я в парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Это недалеко от города Саратова, за городом Энгельсом. Вот с друзьями приехали сюда. Погода, конечно, так себе. Прохладно, идет мелкий противный дождь. Ну что делать? Будем смотреть, изучать и делиться впечатлениями в этом парке. Вот такое здесь кафе. Буквально недавно это все построили. Говорят, что открытие было официальное 12 апреля текущего года. Вот он, этот автобус тех времен. И вот случилось, как в хорошем романе. Мое возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете. Гагарин. Красотища. Очень хорошо, что у нас есть такие места в России, есть возможность их облагоустраивать, восстанавливать и делать вот такие вот площадки, музеи, которые интересно посещать. Не только детям, но и взрослым. Погода, конечно, не очень. Вот Стелла. Дальше вдали. Здесь вот у нас Солнце, Меркурий, пророки космической эры. Конструкторы будущего. Дорогие друзья, мы в Саратове. Вот макет города Саратова. Как все было, как все стало. В центре города находится это все. Набережные, старый город, интересная такая позиция, рекомендую ее всем посетить, посмотреть, потому что здесь действительно красиво и есть на что обратить внимание. Это уже новый город, правая часть этой выставки этого макета как раз таки уже относится к новому городу Саратова. А вот слева это старый город. Красиво, красиво, интересно. Советую, рекомендую здесь побывать и обратить на это внимание, друзья. Это Саратов. Сейчас мы будем есть саратовских раков. Вот они еще живые. Сейчас мы их сварим с укропом и будем поглощать с чувашским пивом. Чувашского пива нет, сейчас рядом, оно в холодильнике. Вот есть пензенское пиво, пензенское местное пиво. Есть Афанасий марочное безалкогольное. И есть живые саратовские раки.